Мы вновь приветствуем наших зрителей в эфире телекомпании «Город», программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Евгения Власова, начальник управления культуры администрации города Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Сергеевна, ну, во-первых, поздравляем вас с праздником, Днем семьи, любви и верности. Взаимно. Да, и всех рязанцев поздравляем, конечно же. Прекрасный праздник, исконно русский, да, вот такой праздник. Важно еще то, что относительно недавно мы начали его праздновать, да, и с каждым годом он набирает обороты, он набирает популярность, он становится прекрасной альтернативой буржуйскому Дню Святого Валентина, который почему-то у нас все очень уважают и любят. Что же у нас в Рязани-то будет происходить? Ну, пользуясь случаем, я еще раз хочу поздравить и вас, и всех зрителей действительно с таким праздником, с душевным праздником, который признает истинную любовь и милосердие, жертвенность, которая в крови у всех наших женщин. Наш город любит этот праздник, праздник семьи, любви и верности, праздник признания истинной любви, истинного самопожертвования, которое у нас в крови. И поэтому третий год город готовится, город ищет новые идеи и старается реализовать те или иные проекты, которые мы слышим, мы видим и нам подсказывают наши активные зрители и горожане. На почтовые, уже полюбившиеся, каждую пятницу проходят праздники. И в этом году у нас праздник «День любви, семьи и верности» пройдет на почтовые. Угу. На нашей почтовой, на главной пешеходной улице пройдет церемония награждения лучших семей города. 20 семей получат медали за любовь и верность, а те, кто прожили более 25 лет в браке. Также вот новая будет идея, и мы как бы хотим помочь этому молодому человеку. Он обратился к нам и сказал: помогите, я хочу сделать признание в любви своей девушке. Не то, что мы ему поможем, но радует то, что откликнулись спонсоры, которые предоставили кольцо. Это центр «Ювелирторг», которое сегодня молодой человек преподнесет девушки на почтовой. Смотрите, какие у нас люди молодые, романтичные, да, оказывается? Да. И вы знаете, хочется помочь этим людям. Хочется как-то, наоборот, обыграть это событие. Тем более так романтично в день любви, семьи и верности. Человек признается в любви, человек клянется в верности, да, и говорит, что в горе и в радости мы будем разделять с тобой нашу любовь. Ой, где же таких найти? Ну, вот есть. Поэтому мы тоже радуемся вместе с нашей молодежью, которая такая активная. Очень много будет интерактивных площадок, которые даст возможность тем, кто уже живут в браке, люди, пообщаться с семейным психологом, пообщаться с семейным юристом, задать вопрос, может быть, православному священнику, которые тоже выйдут к нам на почтовую. Я хочу сказать, что этот праздник уже традиционно готовится совместно с Рязанской епархией и с областным ЗАГСом. И в этом году Рязанская епархия очень активна, и они предложили несколько интерактивных площадок. Это православная анимационная программа о житии святых Петра и Февронии, где каждый может послушать, что же за подвиг совершили эти двое. Также будет представлено Иоанна Богословское подворье, где можно будет приобрести и квас, и иконы, освященные церкви. Так что много-много будет интересного на площадке. Конечно же, мы не забыли о наших детях, которые получат колоссальное удовольствие, поучаствуют в разных придумках, в разных конкурсах, которые они, конечно же, всегда получают на нашей улице почтовой. И главный символ – это ромашка, которая будет в огромном количестве на почтовой. И оформление сцены, и оформление улицы, и ромашки будут в букетах, и ромашки можно будет приобрести, подарить своим влюбленным, возлюбленным. И ромашки можно сделать своими руками, и ромашки можно выпустить в небо. То есть все будет в ромашках. Поэтому будет красиво, так вы знаете, действительно по-доброму мы хотим этот праздник встретить. И надеемся, что вот наша такая новая форма выйти на почтовую с этим праздником, думаю, найдет отклик
у наших горожан. Обязательно. Вообще пятничные вот эти вечера почтовые, они пользуются большой популярностью, когда они тематические, да, когда они приобретают какую-то некую смысловую нагрузку вот эту определенную, вот в честь праздника, опять же, это особенно радует. И люди уже знают, на что они идут, да, куда они придут, да, и что там будет примерно. Ну, еще одна фишка. Мы стараемся не отходить от того, что мы взяли на себя, вот эти обязательства. Это семейная лотерея. Ее ждут, к ней готовятся. И радует, что готовятся и наши помощники, наши спонсоры, которые предоставляют призы и стараются даже вот каждый год удивить, сделать лучше и лучше. Это и бытовая техника, это и наборы для развития детей, угу, и многое-многое другое. Поэтому главная фишка в конце праздника будет розыгрыш лотереи. Ну, замечательно. Причем полезные подарки. Причем билет ты можешь получить тут же на почтовый. А не того, что там заранее в распространении. Приходишь на почтовый, получаешь билет, ждешь розыгрыш лотереи и получаешь еще приз, и довольный уходишь домой. Очень приятно. Очень приятно. Так неожиданно. Да. Пятничный подарок. Так что семейные пары будут на сцене. Семейная пара будет вести наш концерт. Поэтому стараемся сделать такой добрый праздник, чтобы пришли, отдохнули. Все-таки трудовая неделя закончилась. И вот с таким подъемом чтобы люди ушли в выходные. Ну, в выходные мы тоже подготовили подарки. В городском парке у нас на прошлой неделе стартовал проект «Арт-субботник», и теперь каждую субботу в городском парке в 18:00 будет происходить разные события. Как правило, мы отдаем эту площадку молодежи. Много молодежных групп, которые заявили желание показать свои силы. Ну, и знаете, не только молодежные группы, но уже такие маститые группы, которые уже знакомы в городе, знакомы, их любят в городе. Они тоже эту площадку получают для того, чтобы показать свое творчество. И в субботу, единственное, что в 17:00 будет семейный праздник, который подготовлен совместно арт-центром и комплексным центром социальной защиты населения города Рязани. Много будет призов, много будет подарков, много будет музыки, много будет признания в любви. Угу. И не остался в стороне наш парк ЦПКО, где на танцверанде уже традиционно проходит праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. И, конечно же, проект «Бежим круглый год», который также пройдет в парке. Какие еще площадки будут задействованы? Площадки, говорю уже как вот по нарастающей. Это Центральный парк культуры и отдыха 8 числа в 11 часов на танцверанде. В 12 у нас праздник, акция «Бежим круглый год», где семьи совершают забег 500 метров. И каждый соревнуется, такая номинация, до 12 лет ребенок бежит с родителями, и с 12 до 15 лет бегут родители со своими детьми. Затем почтовая в 18:00, и 9 числа в городском парке в 17:00 праздник, посвященный любви, семье и верности. Угу. А вот озеро Ласково, оно как-то будет задействовано? В этом году не озеро Ласково, в этом году будет в некотором царстве, праздник в некотором царстве, ага, где будет действительно выездная регистрация брака, как положено, с гостями, с невест, жених, и будет благословение, так что... А сколько пар принимает участие? Две. То есть они подали заявки, что для этого нужно сделать, вот чтобы в следующем году люди уже знали, что... Ну, чтобы попасть 8 июля и зарегистрироваться, работа уже проводится с ноября месяца. То есть пары готовят, объясняют. И, конечно, желающих много зарегистрироваться, но вот самых активных и самых, скажем так, самые пары, которые... хотят именно в этот день, потому что это день особенный, правда. Это день особенный, где хочется вот признаться в любви друг другу и сказать, и произнести клятву верности на долгие года. И в горе, и в радости. Я уверена, что после нашего праздника появятся новые идеи, появятся новые мысли, новые как-то воплощения этих идей, проекта. Поэтому... Вот пока сказать, что мы будем готовить на следующий год, я не могу. Угу. Потому что она мысль, вот она вот родилась идея вот здесь и сейчас, и она нашла воплощение в том или ином проекте. Захотелось ее реализовать. Да. Поэтому
Конечно, будем думать, конечно, будем удивлять и будем готовиться к этому празднику, потому что действительно праздник набирает обороты, праздник становится любимым, долгожданным, и праздник особенный. Вот этот праздник особенный, я так считаю. Сегодня у нас такая вот тема. Мы вновь поздравляем наших зрителей с праздником, Днем семьи, любви и верности, тепла в ваших семьях, гармонии и уюта в доме. Всего вам доброго, до новых встреч!